Минувшие выходные в ГИБДД Чувашии назвали самыми трагическими за это лето. В субботу и воскресенье произошло 16 ДТП, в которых погибли 6 человек и 14 получили травмы. В Батревском районе в аварии погибла годовалая девочка. Отец, управлявший автомобилем, после доставки пострадавших в больницу сбежал. Также трагический случай произошел в воскресенье в Маргаушском районе. В воскресенье на автодороге Сура автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с бургузином. В результате ДТП водитель 14-й сгорел, водитель и пассажир микроавтобуса доставлены в БСМП. Еще один человек сгорел в своей машине в ночь на субботу в селе Шигали Канашского района. Водитель на списанный в утиль Волги не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в забор. После столкновения машина загорелась, мужчине спастись не удалось. В ночь на субботу в Шумерлинском районе 18-летний молодой человек, не имея водительских прав, сбил мотоциклиста. Последний от удара погиб на месте. Выяснилось, что виновник был пьян. В Чебоксарах 5 июня в половине первого ночи девушка на легковушке прямо на пешеходном переходе наехала на женщину, которая позже скончалась от полученных травм. Инспекторы ГИБДД установили, что в темное время суток на этом участке, где недавно обновили дорожное полотно, было недостаточное освещение.